Военное положение, блядь, для миллиарда людей. Они в бешенстве из-за убийства Цзиньзе. А кто это, сэр? Он мог стать следующим президентом. Прогрессивный человек. Добивался от правительства прозрачности, честности, свободы слова. Адмирал Чан убедил немало людей, что Цзэ убили мы. Если ваша операция провалится, у Чана будет нужный ему повод подкинуть реальный объект для всей этой ярости и ненависти. Будет война. Ваша задача — вывести випов из башен Чию целыми и невредимыми. Координировать эвакуацию будет секретный агент Ласло Ковик. Используйте оружие только в случае крайней необходимости. Рекер, штаб-сержант Дан считал, что именно вы должны руководить командой и отдавать приказы. Его гибель — это без преувеличения трагедия. Я бы не хотел пожалеть о том, что выполнил его волю. Сделайте все правильно. Не высовывайтесь. У вас нет права на ошибку, парни. Надеюсь, с машиной ничего не случится. Успокойся, братишка. Все будет в порядке. Ну что, звонил жене Дана? Как-то все времени не было, Мак. Да и что я ей скажу? Его смерть легкой и безмятежной не назовешь, а врать я не могу. Ирландец! Извините, дамочка. Что за хрень тут творится? Полиция в панике. Но нам-то это говно по боку. Мы просто проедем и заберем наш приз, так? Вальсируя между капель дождя, да, Рекер? Я бы сейчас не отказался от чашечки кофе. Ага, а вот и мотопехотные войска. Так точно. По-моему, эти мудаки на меня пялятся. Веди себя естественно. Естественно? Знаешь, чего он хочет? Я что, блядь, на китайца похож? Здание кто-нибудь видит? Дальше мы не проедем, если вы чего-нибудь не придумаете. А, налево. Здесь налево. Проезжаю. Вроде все нормально. Здание я вижу. А нам на какой этаж? И сколько там випов, по словам Гаррисона? Трое, включая Ковика? Ковик и два места. Вот, блин, эй, полегче там, успокойтесь. Нам нужно налево, здание слева. Черт, мы застряли. Придется выходить, парни. Дальше пойдем пешком. Вас понял. Давай, Рекер. Выходим из машины. Всем привет, с вами Фобрист, и сегодня мы продолжаем проходить Battlefield 4. Это вторая часть кампании. Сейчас посмотрю. Как видим, произошло какое-то чудо, ирландец водить не умеет, мы застряли. И Пак взламывает дверь. Давайте подождем, пока он это сделает. Пока пройдемся, посмотрим. Господа, проходите. Значит. Что нам делать? Бегать по городу — это не то же самое, что пытаться уйти с випами. Расслабься, Мак. Мы заставим их навалить. Оставь их. Оттуда мы увидим все с высоты птичьего полета. Эта вертушка не сулит ничего хорошего. Черт! Даже офицер спецназа не говорит. Нам нужно туда. Попробуем прорваться туда. Это осторожно обойти. Наши шпионы могли упустить и что-то еще поехать. Нужно сообщить на Валькирию.
Крепость, это мобильщик 4, есть сообщение, прием. Крепость на связи. Докладываю обстановку. Большое скопление китайских солдат в заданной точке. Похоже на спецназ. Количество пока неизвестно, прием. Действуйте по ситуации и вытащите их оттуда поскорее. Конец связи. Понял, отключаюсь. Пошел! Так странно, что в здании никого нет. Стену покрошил. Лифт здесь. Как обычно мне все делать. Давай, Рейкер, посмотрим, что у нас есть. Приготовиться. Нормально. Это что, я запухалка, мать ваша? Нам нужно в гостиницу. Не вижу. Випы наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. Небесный бар. Это точно на крыше. Ты должен позвонить жене Дана. Да, я знаю. Просто... Закрой эту чёрную дверь! Сразу пальбу открыли. Черт! По-моему, мы только что вторглись в Китай. Придется искать другой выход. А что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выжить. Сейчас сменим. Здесь, конечно же, поставлю винтовочку сюда. Не знаю, что даже можно поставить. О, давай, все нормально. Чертовых видов. Ирландец, рэп. К чему они готовятся? Противник на лестнице. Даже два там. Сейчас попробуем по-тихому пройти. Надеюсь, получится. Получилось, но сами не захотели. Пойдем за Бобку их зайдем. К ним зайдем. Все, убит. Бегают. Убит. И еще один. Стоит меня палить. Легко! Где-нибудь на крышу летит! Рек, следи за окнами и будь готов. Ремин это захватил, Рек? Захватил, не переживай, ирландец.
На позицию! Они на балконе! Это слепило. Поторопись, Бак! Быстрее, не могу! Подойдет ближе, тут мы их и уложим. Бак, быстрее, мать твою! Давай, иди. Взорвался. Есть! Теперь чисто! Давайте, парни, я закончу! В принципе, как обычно, когда всех отстреляешь, тогда и все там двери открывают или прилетают в помощь. Фу, проще нет. Чтобы пробиться наверх через разведчиков, требуется время. Поэтому я и поменял комнаты. Если ты ходишь, Ковик, мы тебе, черт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Ну же, Рекер! Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно. А что это за випы? Это очень важные люди, женщина и ее муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Передвигаться сможете? Мой муж ранен, ему нужно отдохнуть. Времени отдыхать у нас нет. Я заметил вертолеты на крыше, надо уходить. Значит, идем наверх. Что? Захватите вертолет, а я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Или есть варианты, сержант? Теперь мы вертолеты угоняем. Мы закончили. Моему мужу нужна помощь. Все это насилие. К чему оно приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам за это. Пошли. Быстро. Вперед. Вперед. Беги, готовы? Беги. Не высовываться. Пошли, Рик. Нам хана. Выбора у нас сейчас нет. Идите вперед. Сэр, город вот. Мэм, ждите здесь. Ладно, идем наверх. Проще было на листе. Осторожно, Рек. Который нам надо будет сейчас захватить. Надо отметить сразу побольше людей, чтобы знать, с кем сражаться.
Ну, понеслась. Использую крылья! Блять, не могу прицелиться в этих мудаков! Это еще вроде бы не все. Веду огонь! Крепость, это могильщик 4. Крепость на связи. Нам пришлось покинуть машину. Випы летят к вам в захваченном вражеском вертолете. Одному из них требуется срочная медицинская помощь. Мы все еще в башне, сэр. Ищем другой выход. Прием. Ясно. Оставайтесь на связи. У нас все наперекосяк. Могильщик, отправляйтесь к реке. Мы думаем о том, как вас забрать. Как слышите? Вас понял, конец связи. Господи Боже. Эй. У тебя что, клаустрофобия? Блин, пап, меня не лифты беспокоят. Все дело в высоте. Я ее боюсь. Вы что, блядь, издеваетесь? Что? Я эту песню люблю. Хорошая, блин, песня. Пока все хорошо. Я пойду первым. Пошли. Как слышите, магнитик 4? Если это то, что я думаю. Вот о чем я и говорил. Крепость, это могильщик 4. Повторите еще раз. Повторяю. Мы не можем оставаться на текущей позиции. Эвакуация невозможна. У вас 30 минут, чтобы вернуться на корабль. Это крепость. Конец связи. Вертолет над площадью. Быстрее всего будет на восток. По главной улице. Хоть бы он свалил поживее. Нам надо на ту сторону. С патроном пополним. Пойдемте вон там. Тут же можно выйти. Эй, за мной давайте. Огонь!
Что? Куда он улетел? Это как бы свет от того вертолета, да? А, ну понятно. Нет. Однако. Сюда! Направляемся. Ты видел, он упал куда-то сюда, но потом улетел, просто взял. Да. Это главная улица. Слышали? Пойдешь слева, Рэй. Аллея налево, бегом! Ой-ой-ой. Только не танк. Хорошо, осторожнее на углах. За нами есть. Не стоим. Мы прорвались? Думаю, да. Вроде он больше нас не преследует. Почти у реки. Эрик, ты думаешь о том же, что и... Ни хрена себе! Тут война полным ходом. Что за херня там происходит? Ну же! Боже! Это уже гражданская война какая-то! Блин, здесь все вышло из-под контроля. Это и вижу, понятно. Спасибо. Сюда. Помогите нам. Мы хотим добраться до реки. Что же надо сделать, Рахил? Режь! Американцы? Нужна помощь. Будь начеку, Рекер. Расслабься, Мак. На злодеев они не похожи. Как дела? Не хама? Отойдите от окна. Это опасно. Не стойте у окна. Отойдите. Мы пытаемся дойти до реки, но у людей Чана есть танки. В город не пробраться. Мы направляемся к реке. А тут гранатометов нет? Один есть. Наши люди дают отпор. Но у Чана бойцы посильнее. Мы в ловушке. Нам нужна ваша помощь. Будьте здесь, защищайте ребенка. Давай, Рейкер, пошли. Видишь танк? Чтобы пробить его броню, понадобится взрывчатка. Где же мне ее найти, интересно? Узнать теперь. Как у нас со временем? Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и уходить из города по реке. Аж, нужно взглянуть на это сверху. Нет ли тут чего полезного, Рэх? Нам нужно мощное оружие.
О. С4 и мину. Вот, едет. Осторожно. Зайти к нему сзади. И взорвать. Пока. Ух ты! Потрясно, чувак! Осторожно, Рекер! Еще один танк! Должен подрываться на мине, я прям знаю. Нет? Не хочешь? Поищи снаряжение в зале. Пойду тебя взрывать с другой стороны. Кто-то это вот вышибить. Так же можно. Давай, едь за мной. Шо едешь, что ты поедешь? Людей он не убивает, только приборы. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это могильщик. Черт, сдохла. Посмотрите. Все эти люди и клод, как живые мишени. За нами! За нами безопасное место! Владимир, ты что творишь? Мы не можем их оставить, Бак. За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владимир, ты в своем уме? Я в своем уме. За нами!
За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это могильщик, ответьте, прием! Крепость — это могильщик, ответьте!